у меня новое понятие – стратегический запас лекарств и, возможно, еще каких-то. А, да, вот я докупил. Это чтобы нам выживать. Еще я думаю, что в этот запас могут войти карты памяти. И, кстати сказать, для дневника Джона я думаю разместиться вот здесь. Потому что... по ноутбуку никто не знает. Ну, кроме мамы, которая мне его и купила. И, соответственно, в общем, для стратегического запаса я найду коробочку. А об этом стратегическом запасе вообще знать никто не будет. Кстати, это самое лучшее место. Вообще, я забываю, что я владею таким прекрасным местом. Вот. Я могу аж куда уйти. Вот аж куда. Вон как далеко там до выхода. Еще и ничего не слышно. Супер. А на советской у меня было две кладовки. В общем, виртуозным скрипачом. Надо быть, чтобы советскую выкупить. И все.